О соблюдении прав человека, ситуации на Донбассе и в Крыму говорил сегодня в Брюсселе представитель украинской оппозиции и член комитета по евроинтеграции Александр Вилкул. Он встретился с вице-президентом Европарламента Райнером Виландом, членом комитета по международным делам Михаэлом Галлером и главой комитета по правам человека Пьером Антонио Панцери. Обсудили, как Европа видит свое дальнейшее сотрудничество с Киевом и как оценивает происходящее в Украине. В ЕС, мягко говоря, дипломатическим языком, очень обеспокоены ситуацией с соблюдением прав человека в Украине. У нас больше 1,5 миллионов беженцев, миллионы людей на линии разграничения, миллионы на неподконтрольной территории. Больше 59 человек – это политические смерти, расследования которых нету. Это и трагедия в Одессе 2 мая, и убийство журналистов, Шереметы, Бузина и другие. Ситуация по правам человека в Украине находится в центре внимания Евросоюза. И глава комитета ЕС сказал, что будет обязательно выносить данный вопрос на повестку дня Европарламента. Сегодня ситуация в Украине очень сложная из-за многих факторов. Нужно искать решение демократическим путем. Евросоюз и Комитет по вопросам прав человека продолжают наблюдать за соблюдением прав в стране и пытаются защитить демократическое будущее.